Раніше на проєкті. Аліна, а ти мені ніколи суп не готувала? Він повинен забезпечити житло, в якому я приготую, і забезпечити продукти. І за всі 8 місяців ні разу не сказав: можливо, тобі хоч якась допомога потрібна, ну хоч що-небудь, ну хоч якась мєлоч. Саша ніколи не давав кошти. Декілька разів він мені сам поповняв рахунок на телефоні. Все. Стука стильно, що... Я постараюсь, блин, сделать так, чтобы реально мне начало верить. А в Саше всю дорогу текст, а в итоге... Не то же ли самое, что я приду к тебе поговорить, но еще и с цветами? Но я ответила, Саш, ты зараз выкручиваешься? Нет, я просто пытаюсь понять. Я уверен, что правильный ответ в ее голове – цветы и разговор. Меня унижает то, что я не могу иметь своего мнения. Будет вопрос про другой вопрос, скажешь. Я говорю правду. Я тебе говорю, как нужно делать. А зачем мне говорить, как нужно? Он все равно перекрутит так, что он прав. Я исправляюсь по сравнению с раньше? Не знаю, Саша. Нет, это ты хочешь сказать да, но просто уже при, как бы при всех. Я исправляюсь? Так зачем ты так сюда пришел, если ты здесь никому не прислушиваешься? 3 года мы встречались. Я не видела его ни мамы, ни папы ни разу. Он был у меня дома неоднократно. Что так не было удобного случая? Ни одного. Ни секунды. Капаешь, капаешь и капаешь. Сегодня была последняя капля. Я не хочу больше участвовать в проекте, потому что мы не будем с тобой вместе. Давай мы сделаем с тобой так. Дойдем до конца недели, посмотрим, поменялось ли у нас. Если да, то я готов идти максимально дальше для того, чтобы быть с тобой. Починається новий. 6-й тиждень проекту «Екси». Петюха. СМС-ка. Доброго ранку, дівчата. На вас чекає приємний дівчачий день. Поспішайте. Може, буде приємніше поспати. На цьому насолоди дівчат не завершується. І вони вже їдуть на типову дівочу забавку. О май гад. 6-й тиждень проєкту присвячений поняттю «жадібність», компроміс, щедрість, цінність. На цьому тижні я хочу дізнатися, наскільки ви в парах цінуєте один одного. Так, не дуже. Часто дівчата плутають жадібність з раціональністю, а хлопці звинувачують половинок у марнотратстві. З проекту піде та пара, яка цінує один одного менше за інших. Я вже там Віру не слухала, я вже розглядала плаття з фламінго, розумієш? Сьогодні у вас день шопінгу. Що-то я не знаю, радуватися мені чи ага. Плакати. В чому подвох? У вас є всього 10 хвилин. Жесть. Я не люблю спішити, я люблю медленно все вибирати. Взагалі не люблю ходити по магазинам. Це тупа трата часу. Я краще пойду куди-то прогуляюсь, свіжого повітря, а не ходити і перебирати шмотки 300 років. Поїхали! И мы давай суетиться, все себе то все повыбирали. Ёшкин кот! Вот маленький размер, что ж такое? Смотри, какие прикольные принты. Я не знаю вообще, что я хочу. Я возьму, например, футболку с сиськами, хоть где-то будут сиськи. Красивая юбочка, кстати. Я вже, ага, там штани, там шорти, там плаття, а там шляпа. О боже, скільки всього класно, скільки всього хочеться. Блин, я не привыкла так покупать вещи. У меня всегда тетя с Лондона вещи привозит. Что, блин, я ничего себе почти не покупаю. Все, я уже обошла весь магазин. Я вообще по магазинам хожу быстро, на самом деле. Так, все, вещь пошла. Я его не сниму, сухо на стул. Не, сниму, походу. Дівчата і не підозрюють, що це завдання обернеться пеклом для їх ексів.
Чтобы вы понимали, Дима покупает мне, наверное, вещи лучше, чем я сама себе. Он идеально подбирает мне размеры. Я с Саней часто хожу по магазинам, и он такой, типа, даже сам, погнали вместе. Я говорю, погнали, ты не будешь психовать? Не, не буду психовать. В итоге я очень медленно хожу по магазинам, и где-то, наверное, в магазине так на четвертом Саша уже сидит и говорит, я с тобой пошел. Если бы у Саши были деньги, он бы, ну, не пожалел бы ни на то, что, ни на одно то, что я бы захотела. У нас совсем не так. Саша, типа, постоянно каже, що він работає, но він мені ні разу нічого не купляв і не казав там, давай тобі дам вещи, он там, ти хочеш, наприклад, спортивний костюм там, или сумочку я хотіла. Він каже все, аргументує тим, що в нього нема денег. А потім в нас було іспитання, на якому він заявив, що він заробляє 10 тисяч в місяць. 10 тисяч. За всі 8 місяців ні разу не сказав, а можливо тобі хоч якась допомога потрібна, ну хоч що-небудь, ну хоч якась мелоч. Потім я дізнаюся, що ти якимсь своїм подругам позичаєш не по 1000 гривень. Отак от, розумієте? І на цьому фоні я думаю, а зараз я розіграюся, зараз я наберу вещей, будь що буде. Ну що, дівчата, час минув. Самый главный вопрос. В чем подвох? Кто будет расплачиваться? Если, например, сейчас Саню заведут и скажут, Санечок, плати $1 миллион, Санечок, конечно, посмотрит на меня, убьет меня глазами, но в любом случае смириться с этим. Напевно, это было найприємніше завдання за попередні тижні. Але випробовування ще триває. Так, что-то тут нечисто. Марго навіть не розуміє, наскільки вона має рацію. И тут завозят нас непонятно куда. Охренеть, что мы увидели. Пипец. Коктейльчики! Вау! Вау! И шопинг, и клубничка. Что это такое? Вот это да. Чем это мы заслужили, а? Боже мой, это мохито. На этом Смит не чище. Лакшери вечеринка начинается. Как вкусно, господи. Давайте, девочки, дайте за мне наши тоже, покупочки. Девочки. За нас! Ура! За наших мальчиков, да? Да. Девчата радеют рано. Опа! Он к нам! Виходить до нас красивий мужчинка такий у воєнній формі. Зараз прораб Олег проводитиме другу частину випробування. Ви були на шопінгу? Похвастаєтесь покупками? Звісно. Показувати вам? Так, звісно. Красненький піджачок, яркенький. Хоп, хоп. Коротеньке платічко, так як мій Саша любить все коротеньке. Второе. Джинсовий пінжак. І що? Джинсовий піджак номер 2. Все? В общем, да. Три вещи у Алины. А я себе купила шорты и арбузы. И все. Джинсовый пиджачок. И джинсовая жилетка. Ну, а у меня, так как я не ношу никогда платье, вот я в первый раз взяла себе платье. И... Блин, а вот это очень классно. Супер жилетка. Это вообще тупо, супер пупка. Ну, мне очень классно. У Алины две вещи. Да. Отрабатывать ваши покупки будут ваши бывшие. Вау! Ничего себе! И тут заходят наши гирококлы. Посмотри. Чем вижу, сидит мадам моя с коктейльчиком на пуфике, все классно. И вижу кучу мусора такую сбрасывает. Я, короче, думаю, что ж это будет? Ой-ой-ой-ой-ой. Что, нырять туда надо или что делать? Одел первый раз белые кеды как раз вовремя. Саша, он мой непобедимый, он все добудет, все выиграет. Саш, ты красавчик! Мой самый красивый. Мой! Че, гоните? Ага, смейтесь, смейтесь, сейчас вам будет. Девочки сегодня были на шопинге. Отрабатывать их вещи будете вы. Каким образом? Каждая вещь стоит 100 килограмм отсортированного мусора. Сколько? Сотка? Я просто вспоминаю, насколько Женька любит шопинг. Я ж тут тонну реально не соберу. А сколько у них вещей? У них... Оглашаем, сколько вещей у каждой из ваших бывших. Три вещи. Сколько? 300 килограмм. Я даже не удивился. Знаю Алину, шмотошницу. Я и так
так взяла не все, что хотела. Женя, сколько вещей? Две. Две. Ой, малышка, я тебя люблю. Че у Алины три вещи? Катя. Две. Крыса. Две. Две пули, две вещи. Марго. Как ты думаешь, Дим? Пять. Одна! Супер, Алина, вот именно отличилась. Я в тебе всегда отличаюсь, ты что, не знаешь? Надо было пять взять еще. Чего ты на меня стартуешь, алло? Хотелось одігратися на нем, что ты мне, гад, никогда не дарил подарков, никогда не дарил никаких вещей. Плати теперь, грибись там в мусоре. Девочки, кто готов отказаться от своих вещей и облегчить жизнь своему бывшему? Я. Ну фух, думаю, слава богу, тут меня попустило. Она просто спасла его, как мама своего сына. Дима, садись, за тебя решила твоя девушка. Если бы я был бы на его месте, это бы задело бы меня. Я бы сказал бы, отпусти руку, там, пару баллонов закидать, это не составляет особого труда, тем более у него одна вещь была. А мы можем отказаться от одной вещи? Да не надо ничего отказываться, Кать. Чего это такое 200 килограмм? Он хотел сделать это для меня. И мне это было очень приятно. Алина, тебе нравятся твои вещи? Красивые? Время пошло! Давай, Кот, давай! У хлопців є 10 хвилин, аби знайти та розсортувати сміття. Окремо металобрухт, дерево, гума, скло. Прораб Олег фіксуватиме результат зважування. Там бочка стояла металлическая, я сразу к ней кинулся, я думал, что она тяжелая, на самом деле 18,6. Давай, забирай, ну металл. Обережненько, пацаны. Давай. 23 кило, забирай. 23. Забирай, 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 Санечка. Давай, котечка, давай. 13. Давай, давай, давай. В принципе, мне даже было весело набирать этот весь мусор. В качестве тренировки его рассмотрел. Саш, не поранься, аккуратно. Саша, еще возьми три шины. Рустем, быстрее! Я никогда Алине ничего не дарил, поэтому думаю, ну что, для меня будет шанс на ее глазах заработать ей эти вещи. Катя, а тебе Рустем подарки делал? Подарки делал, но вещи не покупал. Это что получается, что я один-единственный, Маргарита, вещи покупал, да? Получается, да. Да. А вы бы сделали бы такое движение, если бы мы, допустим, легко взяли себе шмоток? Если бы я ни разу не покупала, то порылась бы, конечно. А почему нет? Когда ты не даришь своей девушке подарки, это ну, не по-пацански, короче. И меня это смутил тот факт, что никто из пацанов этого не делает. Ну это вообще фу. Дима! Сидел сбоку и а что это? Тебе по приколу, что он в мусоре роется? Думаю, тебе по приколу тут отсидеть? Сиди себе. Да мой Саня такое тягает, что для него это цветы, блин, просто. Красавчик, вообще умничка. Шел он отлично, эффектно. Когда мы жили вместе, все, что она просит, я ей постоянно покупаю. Я знаю, если она выбрала две вещи, которые ей нравятся, в любом случае я оплачу. Зай, все нормально, тихо, сиди, пожалуйста. Бачу, йому вже жарко, він уже красний, як помідор, з нього 100 потів тече. Думаю, господи, хоч би зараз не потеряв сознання. Саша, якщо тобі погано, кидай його, не треба. Хоч одну вещь тобі виграєш. Молодець, умничка. Дивил же Пеш, все знают, что не в состоянии даже один раз подтянуться. Но он не сдался. Время вышло! Саш, иди на... Вот, на, попай. Остановитесь, ребята, в ряд. У тебя две вещи, да? Я думаю, там будет 200. Одну шмотку я тебе выиграл, Алина, точно. Умничка моя. Мне одней хватит, покажу. Я надеюсь, хоть одна будет. Я тоже надеюсь.
Думаю, блин, что же взять? Либо жилетку, либо платье. И то классно, и то... Ладно, думаю, возьму жилетку, если вдруг одну вещь придется у него выкупить. Объявляем результаты, считаем. Губернатор. Думаю, блин, хоть бы я успел набрать 100 килограмм. 235 килограмм. Ни хрена себе. Блин, это четко, вообще круто. Рустем, 170 килограмм. Ой, красава, Рустем. Молодец. Одна вещь. Не хватило, там буквально всего 30 килограмм. Реально обидно. ЖП. Есть сотка стопудово. 142 килограмма, 100 грамм. Супер, я выиграл, малой, одну вещь. Умничка моя. Ну, я даже того не уже дала. Я не думала, что він стільки натаскає. Родригес. Не будет тоже 200. 194,9. Одну вещь ты отработал. Мне не хватило каких-то 6 килограмм, хотя я в последний момент поставил бочку с мусором на весы, и все, стоп, время закончилось. Только Саша Губернатский отработал все вещи и может идти отдыхать. Саша, ты такой молодец. И оказывается, что я единственный, кто успел. Хотя я видел, что Рустем там нормально наносил, но он носил просто сильно легкие предметы. А стоп, стоп, секунду. И вот у меня 30 килограмм здесь стоит. Вы застопорили время. У меня там поддонов на 30 килограмм. И стартуем заново. Я дам второй шанс. Еще один заход. Давайте, давайте. Саш, мне уже не надо. Все, хватит одной вещи. Да мы сейчас с пацанами все сделаем. Мне хватит одну. Для меня это дело принципа. Я понимал, что мне будет тяжело. Но я Алине никогда не покупал шмоток. Хотел сделать ей приятно. Время пошло! И пошла жара, называется. Вот так куча, вот так кушпилить, усі риються. Той та тягне, той колесо, той бочки якісь. А Сашко біжить і починає друга таскати. Саш, акуратно тебе прошу! Рустем, быстрее взвешивай хоть что-то. Да спокойно, не напрягайте, он все знает, что он делает. Зай, возьми на всякий случай еще 20 кило и все. Саш, складай уже, хватит, молодец. Вон, Рустем, второй твой стоит. Я знаю. Ребята, осталась минута. Вот теперь давай, 21,8. Давай, молодец, ну. Давайте. Вижу, ЖП там, блин, пыхтит. Если он упадет, его что-то оттащит. Начинаю ему помогать с этими поддонами. Тебе погано? Ему погано, все, хорош. В глазах темнеет, я не вижу. Все, сиди. Тихо. Не-не. Рустем, да все! Саня, отойди! По контейнерам, ребят! Тикай. Ну, я чуть-чуть выскочил, там помог ему деревяшка загрузить, потому что жалко, он уже набрал и не успевал загрузить их. Молодцы, мужики! Молодцы! Стоп! Сними трусы, говорят. Сашко! На, попы. Я була дуже рада, звісно, що він так от не зійшов з дистанції, навіть попри те, що йому було дійсно погано. Давай. Ребята, внимание, считаем. Первый, Рустем, 130 килограмм. 303-ю шмотку дайте, пожалуйста. Следующий, Родригес. А ну, почет. За 10 минут 194,2. Итак, 194, ребят. Молодец. Так, и Саня ЖП. 113,4 килограмма. Умечка моя, иди сюда. Еще одну вещь ты отработал. Сила. Что я заработал? Не дивись, пиджак, где тусовка. Это мне нравится.
Нормальный? Это классно. Оставляем. И другая спортивная кофта с капюшоном. Оставляем. Классно? Да. Сарафан выкидать. Желаю вам на следующий раз наслаждаться шопингом вместе. Спасибо. 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 Пока. Спасибо. Пока. Алинка, тебе Саня когда-то дарил вещи? Нет, покупал? Це взагалі перші дві вещи, які він мені за всі наші отношения придбав тут. Чи якщо б такого не було, ти б мені подарив коли-небудь вещи? Да, понятне діло, що купив би, Аліна. Я думаю, він би подарив, ну, чи дождалася б я того часу, коли це трапиться. Так, як він каже, коли ти будеш моєю жінкою, коли ми будемо жити в місті, тоді я буду для тебе. Він заробив своїм трудом на твоїх глазах. В той момент я була за нього горда. Та саме чітко, він сам біс, бачиш, красавчик. Даже не запыхался. Пацаны, вы знаете. Пули. Самое обидное, знаете что? Что это тоже первые вещи, которые я Алине подарил. Я, ну, обрадовалась, что вот впервые якобы, типа, он мне купил вещи, ну, типа, купил вещи. Я очень рада, если честно, то, что Рустем не отказался, потому что из вещей он мне никогда ничего не дарил. Он не отморозился, не сдался. Я тоже очень довольна. Самое приятное ощущать это чувство гордости от того, что ты вот подарил что-то своему любимому человеку. Дима, что за ситуация у вас произошла? Ты хотел выйти чистеньким из воды, да? Ну, почему бы нет? Я бы с удовольствием отдам свою вещь, чтобы Дима, ну, остался чистым. Ну, а вдруг ему было бы приятно это сделать? Дима мне дарит вещи, ну, то есть дарил и много каких. Я могу ей подарить вещь и не порыться в мусоре. Я уверен, что любой из нас может себе позволить. Может, но не делает, ребят. Жаба давит людей просто за то, что я ей подарки делаю. Всем остальным девочкам никто подарки не делал, поэтому ройтесь там в тех мусоры, подцепите какую-то там болячку, там еще что-то. Ну. Купишь мне пиджак, купишь. Согласен, мне пиджак. Согласен, да, хорошо. Все. Каждого из нас был выбор. Кто-то хотел это делать, кто-то нет. Ну, я так посчитала нужным. Идемте мерить вещи, а мальчики пойдут мыться. Дівчата вирішили завершити свій день смачною вечерею. Доброго дня. Наше замовлення від сушія. Ура, привезли мої любимі суші. Смачного. Дякуємо за вибір. Дякую. Девочки, как вам испытание? Я была очень довольна тем, что Дима ничего не делал, что он сидел возле меня и что я пожертвовала своим пиджачком. А я наоборот хотела, чтобы Сашко поработал, потому что в реальной жизни мы никогда с ним не ходили вместе на шопинг. Если ты знаешь, что он на тебе делает подарки, то в принципе... Да, это то, что я ему тоже покупаю очень много вещей. Mm. Девочки, у вас еще одна коробочка, давайте откроем. Mm. А давай. Что там? Ух ты, а что это такое? Это же угорь. Да, точно. Попробуем. Разбирайте. Вкусні суші, правда? Дуже да. Смачні, дуже. Настав ранок нового дня. Ведучий Олександр Педан вже готує наступне випробування. Все, що йому знадобиться, є в онлайн-супермаркеті, де все і навіть більше. Короче, вчорашнє испытание було вообще трэш. Да я хаваю тихонько. Приятного аппетита. А можна как-то сделать так, щоб у мене не було 8 подбородка? Второго подбородка? 8 подбородка. Хорошо, смотри, сделай так, потом резко. Дурочка. Ой, СМС-ка. Мені якась СМС-ка прийшла. Беріть абсолютно всі свої речі, ви їдете з дому. У вас є лише 10 хвилин. Віра вже чекає на вас. 10 хвилин, Саня, бросайте отбор. А ну, подождіть, дайте чехли собрати. Давай, відкрила, давай тисни тут. Тихо. Де моя сумка, де моя сумка? Боже, з чого починати, що складати? Труси з босоножками, пхну отаку сумку. Я могу вот так.
за 10 минут собрать все свои шмотки. Все гели, которые можешь, все скинь к себе. Стресс, паника. Мы тут полетали вот там между комнатами. Трусям бы. Сейчас все поместится. Все, пошли. Марго, дай пройти. Полотенце, Сань. Полотенце. 10 минут, но это реально нереально все это собрать комком, блин, потому что времени очень мало. Обережненько. Соблюдаем очередь. Ну, слава богу, хоть дождя нет пока что. По количеству чемоданов у нас Дима было больше всего, честно. Ну що, всі встигли речі зібрати? Так. Да. Даже кружка з собою. Вчора ви добре попрацювали. Сьогодні ви будете відпочивати. Yes. Тебе не смущає, що куча шмоток і нам надо буде жити? Що ти нервничаєш? Що ти зразу стартуєш? Я старався вчора, я не говорив нічого. Я не ржала з тебе, коли ти отам бігав. А я що, ржу? А ти кажеш, є! Я радуюсь. Отдихай, а ми будемо за цей... щось робити. Так і що ти на мене стартуєш? А ти чого реш? Я не стартую. Хлопці, прошу вас пройти на іншу галявину і залишити місце випробовування. Я в тебе вірю. Марго, тільки я тебе прошу. В щочку. Все, не переживай, ладно? Спасибо. Сашко. Цветы я до сих пор рву и ношу. Хотелось бы просто более отдачи. Хлопці бачитимуть і чутимуть усе, що відбуватиметься з дівчатами. Через сучасний темп життя на стосунки залишаються лічені секунди. Найкращий час для спілкування, обговорення мрій та планів. Це подорожі. Ладошки вспотіли. У мене в руках квитки до країни, куди мріє потрапити кожен. Офігеть! Я мріжу Іспанії. Я ніде ніколи не була, хоча моя мечта – путешествувати. Це сама перша страна, куди б я хотіла полетіти – це Стамбул, Турція, от в ті края. Але пощастить лише одній з вас. Чому на нас така відповідальність? Я ніколи в житті не літала на самоліті. Я дуже хочу ці білети виграти. Все, подруг, ні, друзі, ні. Путешествие? Прикинь, блин. Вот это испытание. Это самое крутое испытание, вам так скажу, господа. Вам треба зібрати речі обох з вашої пари для двотижневої подорожі. Так это же может быть все что угодно, ну типа и горы, и море, и цибуля у мамки на городі. Умова номер один. У вас буде тільки ручна поклажа на 10 кілограмів, три з яких важить валіза. Тобто на речі у вас залишається тільки 7 кілограмів. 7 кілограм, що туди положиш? Дві банки протеїна? Дівчата, всі речі, які у вас не входять до багажу у 7 кілограмів, ви відносите у спеціальне місце. У мене взагалі неподвіжний чемодан. Умова номер два. На збори ви маєте лише 10 хвилин. Так мало. Собирайтесь гарненько. Я переживаю, що Ліна обсереться. Зараз вам винесуть валізи та ваги. Йолки-мать. Чемодан, що нам принесли, і сумки, які стоять у мене. Час. Пішов. У цьому випробуванні головне не швидкість пакування валізи, а те, що саме дівчата у неї покладуть. За кілька хвилин до початку випробування хлопці озвучили, без яких речей вони не можуть обійтись, коли їдуть з дому. Деньги і документи. Вещи личної гігієни, спортінвентарь якийсь взяв, там резинку або тренувальні перчатки, от щось би таке з собою взяв. Інтересно, що моя буде брати значально. Я зараз краще спочатку соберу його, а потім швидко своє. Деньги головне взяти і паспорт. Приготуємо чемодан. Ти чемодан, блин, давай бери
то, что я думал. Шорты, тапки, кроссовки, носков, трусов, футболок, маек, кепок, теплые вещи, зубную щетку, пасту, таблетки свои обязательно. Аптечка. Это твоя? Это моя. Аптечка. Там аптечка только 7 килограмм. Футболка, шорты, плед. Не надо. Я открываю пакет, де лежать Сашині труси, носки і печення з конфетами. І все отак, жужма. Я тоді була дуже зла. Аліна, що обираєш? Для Сашка шорти. От моя умничка, моя ти умниця. Так, так, беру сарафанчик. Сарафанчик. Так, сарафанчик. Джинси не буду брати, беру маєчку. Видиш, вона свої почала збирати. Джинсовочку, якщо буде вечором прохладно. Мой чемоданчик розтягивай. Я бы стопудов взял бы с собой тапочки, свои любимые военные штаны, что-нибудь тепленькое на всякий случай, опять же с военной раскраской, черные джинсы, мой любимый антиперспирант с запахом цитрусовый. Опа, 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 Сашины. Це чемодан Сашка. Я беру косметичку, кепку, шлепки. Давай, давай, давай. Первое, что бы я взял бы, это тапочки, пару пар там одежды, шорты, футболка, ножик. Ну и деньги. Так, 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 смотрим, смотрим, что у Димы есть. А, Марго, Марго, чьи ты речи собираешь зараз? Димини, Димини, Димини. У него все сложено красивенько, тютенько, тютенько, понимаешь? Футболочка к футболу. Я думаю, позори меня, всю страну, понимаете, что мы на чемодане, а у него все красивенько сложено. Возьми синюю эту штучку, барсетку, чи как она называется. А зачем тебе синюю барсетку? Ну там станок, вся, все дела там. Я просто где-то должна взять его щетку. Молодец, умничка, та-та-та. Рустема вещи. Сейчас я ему все соберу, потом себе докину и нормально будет. Молодец. Необходимо. Трусы, зубную щетку, зубную пасту, шампунь, духи. Это необходимо. Белый, белый, да, белый лыжи, белый. Я в белых тапках, он в белых тапках будет. Молодец. Там все. Ну, в смысле, все? Там духи какая-то, ты что, прикалываешься на натуре? Наполовину вещей не пересмотрела. Да. Теплые вещи, в любом случае. Давай, красотка, ты ж хотела Испанию время. Жень, а что это такое? Это резинка для спорта. Он тренируется, это всегда и везде. Да меня не пропускали с этой резинкой в аэропорту, прикинь. Он так, я не могу сообразить, что еще. Сашко, прости, тебе это не будет. Сашко, прости. Так. Трусики. Трусы, умница. О, шарит. А вот синий шорт, белый шорт, голубую рубашку. Рубашечку, правильно. Где его джинсы? Это есть, но это я не люблю. Короче, она выбирает тупо те вещи, которые ей нравятся, понял? Любые девочки будут брать вещи, те, которые им нравятся. Шлепки. Шлепки, хорошо. Так, возьму майку. Военные штанишки мои возьми, любимая, пожалуйста. Там уже все не потребно? Да, да. Ой-ой-ой. Джинсовые шорты, рубашку. Где-то он тут был, бля, я его забросала. Баллончик. Это обязательно. Для чего? От астмы. И это та штука, без которой, ну, типа, он не сможет. Не забыла спрей. Потому что если задохнуть, откачают. Так, что я себе хочу? Скину платьечко. Коротенькое. Ты что, сама собралась ехать или с петухом каким-то? Это голубая подойдет с белыми штанами. Это теплая кофта ему тоже. Кофта. Оп, и труселя надо взять. Шмоток. Слышь, сумма. Я не хотел бы постоянно в одном и том же. Не, да. Не, ну понятно. Поэтому я и набрал, что дурачок. Если бы я так собирала чемодан, как Дима, я была бы счастлива. Опа. Вот кошелек. Часы. Обязательно. Да, вот это самое главное. Сашины любимые часы, которые ему подарил его лучший друган Бодя. Он эти часы везде, понимаешь, с ними. Катя, возьми духи. И тут все. Да! Возьми духи, ты шо? Куда бы я только не ездил, я постоянно беру с собой духи, любые. Просто, чтобы они были. Катя знает, что я люблю духи, я постоянно пользуюсь ими. Бритва моя, я же не поеду с небритыми ногами куда-то. Шорты, очки мои. Там только ее. Ты
тихо, тихо. Вещи? Мои вещи. Что взять, что взять, что взять? Юбка, кофта, футболка, что-то красивое. Давай закрывай этот чемодан уже. Так, має бути 10, да? Ага. Ще є время в мене? В тебе ще є цілих 5 хвилин, але треба віднести всю цю кіпу речей. Точно, я забила. Хорошо, да, щас, щас, щас. Я обіструся, суки, біде. Я одну не могла падати. А там що, сразу не груші? О, смотри, голова включилась. Это уже мой чемодан. Кроссовки, штаны, майка, шорты. Не трать время попусту. Нормально. Во мне просто проснулся Халк какой-то и гирокакл вместе взяты. Я эти сумки, которые я не могла никогда поднять, вот так вот, как пушинки бросала. Алина, время. Так, шлюпки на мне есть? Тебе надо вещи еще отнести, тормоз. С ней собираться, вот с этим, вот этим вот. Да не, ну если бы ты был рядом, было быстрее. Послушай, она, брат, тупит вечно. Ну, короче, по обуви мне не хватит, шлепки есть и красивые сандали есть, все. Алина, у тебя осталось 3 минуты, ты, как на завтра, собираешься. Саша, блин, где ты шлепки дел, ёшкин кот? Да второй отсек открой, 2 отсека, ты что, гонишь? Шорты раз, майку 2. Что бы еще взять тебе, Сашечка? Штаны возьми, Алина, штаны. Где твой дезик? Где твой дезик? Прикинь. Она думает, я без штанов буду ходить просто. Зато своих набрала вещей. Я. Как обычно. Сейчас всплываю, Алина, поспешай. Вот так вот. Не хватит. Важко? Нет. Я сильная. Алина, вещи не спи. Ще рубашечку. Это ж надо полностью застегнуть, правильно? Навряд чи тебе з відкритою валізою пустять до літака. Давай, Євгеша, я в тебе верю. І... Есть. 9. Скільки? 9? Да. Ти закінчила завдання за 8 хвилин і 4 секунди. Я сподіваюся, що ти взяла найважливіше у цю подорож. Все, мала, все, ти біцюля моя. Фух. Скільки там? 7. Ну, в тебе є ще місце. Я все зібрала. Твій час 8:40, ти завершила своє випробовування. Кепку, щоб в голову не пекло, Сашкові. Вечі несі, кучу. А, взуття, підожіть, ребята. Все. Катя, час ще є. Ща, я прогуляюсь. На духи возьми. Катя, возьми, да не уходи. Плоечку возьму, я же должна быть там сексуально небезпечна. Да какую плойку? Ты закончила? Да. Катя завершила завдання за 9 хвилин 20 секунд. Ничего, будешь вонять 2 недели, это не проблема. Гель для душа намазался и пошел. Или салфетками влажным. Протер салфеточками. Чик-чик-чик-чик. Маргарита, ой, боже, валяется вся косметика ее, смотри. Ох и девочка, как так можно собираться? 15 секунд тебе лишилось. Я тільки, походу, тоді в'їхала, що ці чемодани, ті, що осталися, однести в другу сторону. Швиденько, в тебе ще 3 сумки, повні! А ви що тупі, тормоз. Марго, перевіряй. Даже 9 нема. Так, подумайте. Що взяти, Дім? Візьму собі красиву ночнушечку. Дімка, порадую. Документи не взяла? Ты же нашего страну не пустят без документов. Алина! Ай! Алина, швидше! 5 секунд залишилося. 4, 3, все, 2, 1. Все. Понесла все. Фух, даже я напрягся. Медленно. Она такая медленная. Вы видели?
6500. 6 килограммів 500 грамів. Это минус 2,5 кілограма валізи, 4 кілограма вещей взяла. Я би більше вещей собрав. Вже зовсім скоро хтось з дівчат отримає омріяну подорож на двох. Та спершу потрібно оцінити, які саме речі вони спакували. Першою буде Марго. Нам взяла обоє мочалочку. Собі взяла теплий костюм на вечір. Тобто він такий, він і симпотний, що його можна потім буде одягти. І як і холодно, і як куди-то на вечір красиво одягти. Потім взяла з собою на вечір красивий такий костюм. Я його обожаю. Ти молодець. Та ти що? Все ідеально. А моя тормоз не взяла. Синяя рубашка подходит под джинсы. Белая рубашка тоже подходит под синие джинсы и под шорты. Ты мой стилист кучерявый. У меня он стилист сейчас будет базарить, что он взял. Алина, можем проверять твою вализу. После того, как я подивилася, сколько все нагребла Марго, мне кажется, я вообще мало взяла. Понятно, не взяла. Сашкові шорты взяла. Одни на нем есть, в принципе, черные. Хватит. Хватит. Футболка одна. Спортивні штанчики, якщо вдруг буде вечором прохладно, щоб Сашко не замерз. Да ти що, а собі штани ти взяла, жаба? Так, далі, купальник. Халат собі, ще одне плаття. Собі взяла все, що треба. Аліна, ти зараз пакувала валізу на вашу пару. Да. І там немає жодного медпрепарата. Да, я не вкинула. Таблетки свої обов'язково. Косметичка твоя? Да. Дякую. Моя обезьянка вийде, блін. Кошелечки, паспорт. Умничка, вот это молодец. Шорты, штанишки, если вдруг будет холодно, майка. Ну, это понятно, как бы. Когда у Саши рядом нет железа подыскать, он занимается этой штукой. Часы, они для него действительно важны, и я думаю, он это оценит. Молодец. Ну, я горжусь ей. Алина моя смотрит, думает, капец, все взяли. Алина, что самое ты забрала с собой в подорож? Просто на море собиралась, как бы. Откуда она это взяла? По правилам этого не сказали. Джинсовый пиджак, если будет вечерком прохладненько. Джинсовые шорты. Футболочка. Еще одна футболочка. Сашины футболочка. Маечка. Еще одна маечка. Еще одна маечка, пятая. Еще одна маечка. А что, я шорты не взяла, что ли? Зачем штаны, если что, на ноги намотаю майки, правильно? Так я могла не взять шорты. У меня все сложно было по полочкам. Как можно было не взять штаны? Это косметичка Сашина. Тут, в принципе, все. Дейзик, кремушек, ватные палочки и лекарства. Итак, самый большой бардак. Та-ра-да-дан! Такое платье, красивое. Шорты, кофточка, еще одна кофточка. Купальник. Бижутерия. Бритва. Це твоя бритва. Бритва есть картриджи. Рустем вообще обожает мою бритву. Он говорит, что это самая классная бритва в мире. Не, ну женская бритва, она реально лучше. Вот это женская бритва, потом женский трусик. А чечи? Окуляри це чиї? Мои. А мои взяла? Духи. Мои. Рустем, и так нормально все у него. Самое главное, себе взяла, а мне нет. Футболка Рустема. Нарешті мы дошли до речей Рустема. Конечно, я ему первым сложила вещи. Рустема плавочки и два паспорта. Це все, що я в тебе в валізі? Да. Хлопці повертаються до дівчат, аби разом із Вірою підбити підсумки цього випробування. Завдання було в тому, щоб зібрати все найнеобхідніше. Марго і Діма. У нас там екранчик був, ми з вами все це час наблюдали. Ну, ви такі смішні, я говорю, ви теряєтесь постійно. Ну і що розказуєш? Короче, взяла, ну от, на самом-то деле, все, що необхідне, да. У нього не було ніяких таких речей, без яких він жити не може. Аліна і Саша. Все взяла, не взяла таблетки. Я боялася, щоб у весу все вийшло. Я думала, якщо що, ми купимо там, це не проблема. Ти відвлекалась много на розговори Віри, на останній секунді донесла останній чемодан. Ну все. Женя та Саша. Чесно, я доволен то, що вона зробила. Спортивну резинку, це взагалі вона мега-звізда. Положила мені балончик от астми, я про нього забив. Вона об этом не забила, ти взагалі большая моя умничка. Аліна та Саша. Она знает мои любимые штаны. Алина, какие штаны нужно было взять? Как они называются? Ну, своими словами, можно сказать. Да, ну, хаки. Цвета, блин, хаки. Ну, военные штаны. Это тяжело просто.
Ну, я реально после того, как все открыли чемоданы, да, то я поняла реально, что я взяла какую-то одну. Рустем та Катя. У Рустема недовольное лицо. Что я не так сделала уже? Единственное, что она не положила, это духи. Это не особо нужная вещь. Но зачем? Я хотел бы, чтобы она вот положила их. Я даже не подумала о том, что, ну, надо положить ему духи. Я кинула свои только из-за того, что они лежали сверху сумки. Кать, ты что, плачешь? Нет, вылазь, комар попал. Сильно расстроилась, потому что пытаюсь все быстро сделать, типа, хорошо, а получилось, как всегда, через жопу. Да все, не трогай, хорошо, все. Це було випробовування на те, чи знаєте ви свого партнера. Чи враховуєте ви його потреби? І наскільки ви егоїстичні та жадібні у своїх проявах? Ці квитки отримає пара. А не хочете спитати, куди квитки? Чесно, вже як-то без різниці. Серце починає зараз бим-бим-бим. Це Індонезія. Ну, аж матюкнулася, вибачаюся. Ого. Ці квитки отримає Саша. Ти що, Віра, швидше, це три Саші. Три Саші. Йо-моє, ого, пляжі, пальми, я вже така лежу, і мені вже Сашко несе баунті, батончики, я, коротше, на волнах. Саша та Женя. Малинка! Ти молодець! Я знав. Боже, яка Індонезія, ви що? Кусіть мене комаром! Мені може це сніться? Боже, я політаю на самоліті! Або пойду пішком. Я дуже удивлена. Я дуже рада за вас. У мене аж сльози так на глазах, знаєш. Ну, це реально, так кайфово, це круто. Нет никакого подвоха. Спасибо. Мне, конечно, обидно. Я все сложила только летнее вообще. Ну, блин, ну чего не мы? Ну, я ж старалась, я ж собрала. Я ж уже намечталась. Бажаю вам больше думать одне про одного. Ты счастлив? Конечно. Ты видишь, какие поступки я тебе делаю? Ты просто реально ты продумала то, что мне очень дорого. Так я всегда думаю про все эти моменты. Саш, я реально больше думаю. И я бы очень хотела, чтобы ты это капец как ценил. Я тоже замечаю мелочи сейчас. Обещаю, буду замечать их чаще. А что ты меня не спрашиваешь? Я счастлива? Ты счастлива? Я знаю, что ты счастлива, везёт. Ты жопа. Теперь всю кучу назад надо. От перти якось. Та коротше, як? Ніяк. Ну ти ж знаєш, як він кричить. В нього ж як з носа кришу, так давай. Коротше, от так. Що ти опять з мамою розвалюєш? Опять жалуєшся? Опять підслухуємо? Пізніше побалакаємо, хорошо? Аліна, бо тут прийшов дядя Саша. Я з тобою розвалюю. Хорошо, давай, мамку. Мне бесит то, что она вечно с ней все обсуждает, все рассказывает. Да, я с ней часто балакаю, мы с ней часто общаемся, потому что мама – это моя самая, вернее, самая лучшая подруга. Не стартуй. Я ей рассказывала про испытания. Рассказывала про испытания, что я на тебя кричу, или что? Я в глазах Алининых родителей всегда ничтожный дебил. Мне это выбесило, мне это надоело, я не хочу. Я постоянно все для тебя делаю, постоянно. Алиночки, надо то побежать. Что тебе? Что я для тебя сделала? Почему? Я тобі не стираю, я тобі прищи не получу, чи що я для тебе не делаю? Чи ти орешь? Коли Саші немає чим крити, він починає вспоминати усе на світі. Знаєш, просто, коли прощаєте зміну, узнаваєте через місяць. Та потому що зрічно, вісся з ним равняє. Равняй, він мені спомнив мої прошлі отношення, звісно, я теж спомнила його якісь там моменти, навіть та сама смс-ка, яку він писав своїй бившій. Це для тебе? Якщо ми прийшли строїти нові отношення, яку ти в мою прошлу життя лізеш? Тому що ти постійно мене, постійно. Я ні з ким не подію, у мене є дочь.
Ну, познакомились в клубе, все нормально. Начали жить вместе. Она забеременела, а потом сказала, все это было несерьезно, по пьяни, так что давай, чухай нового об дорогу. Ушел со скандалом, но ушел. Обидно было очень сильно, и я не хотел с ней расходиться. Вот, потому что человек мне был дорог. Тем более Вика, мать моей дочери, и дочка родилась очень красивой. Алина ревнует меня к моей Полине, но зачем? Я люблю Алину, я люблю свою дочку, все. Ты ни одна женщина не будет запрещать мне общаться с моей дочерью. Я не запрещаю общаться с твоей дочерью, я ты слышала, слышишь, есть маленький, и пишешь спокойной ночи мои звезды. Ты сейчас меня опять обстираешь? Ответь. Потому что она мать моей дочери. А она твоя звезда? А чем здесь это? Чего ты капаешься? Чего ты капаешься к словам? Я спрашиваю. Я не маю нічого проти дитини, але якщо ти дзвониш, так узнаю, як діла в дитини, як її здоров'я там, чи щось треба. Чи ти узнаєш, де мама, ну, тобто, жінка оця, як у неї діла, чим вона займається. Тобто, пише їй «Спокійної ночі, мої зв'язки», там якісь смайлики відсилає, фотки свої відсилає. Мені це неприємно. Ну, чесно, ми тут більше місяця, за це час у мене просто вже вибісило. Мене теж вибісило! Що? Неділення, уставання, от чого? Мені було дуже обідно, що він так кричить на мене, що він так поводить себе зі мною по відношенню до мене. Мені казалось, що взагалі я для нього якась чужа дівчина, якась взагалі непонятно, хто така, і прийшла і з вулиці, і там щось йому требую, чи щось кажу, і от він починає мене обкладати. Якщо случається маленький скандал, ти мене рівняєш із землею, Саша. Я? Ти хвали мене, рівняєш із землею. О, все. Да, все. Актриса номер один. Алина Васецкая, прошу любить и жаловать. Может, пригласить на сериал. Коли отакі в нас скандали случаються, вже я не можу видержати просто. І вже хочеться все просто отак закінчити і все. Було дуже обідно, що не давай повода просто отак от такий скандал закатати. І опять сделать мене виноватим. Она мне не ценит. Это взрослый чувак, мне 28 лет. У нее ей 27, а в голове щеглухи 16-летние. И то у той, наверное, ума больше. На самом деле очень тяжело после каждой нашей ссоры. Сижу щось таке на кровати, коли заходить красавець, іде. Двохметровий лось, голови нема, букет ромашок замість голови. Чим? Возьми. Это от души. Я просто возьми, я сейчас тебе объясню. Возьми, пожалуйста. Потом скажешь, что я для тебя стараюсь, а я не ценю? Нет. Я знаю, что тебе обидно. Это все, что произошло, можно назвать словом обидно? Ты извини меня, серьезно. Наговори, потом ты страдаешь больше. Так дальше не может продолжаться, ты понимаешь? Надо або менять все в лучшую сторону, або просто все заканчивать. Потому что я уже не могу. Лучше менять в лучшую сторону. Вонять. Як вонять? Вони пахнуть. Вони пахнуть, вонять. Вони тільки красиві, не плач, вони не пахнуть. Я тебе люблю, зайка, прости мене, правда. Чуєш мене? Саме головне те, що я бачу в Сашкові, що він хоче мінятися. Він просто боїться мене потеряти, я це чувствую. Я теж не хочу його теряти. І я теж хочу старатися для нього. Я тебе люблю. Настав день фінального випробування тижня. 10. Повністю 4. Хорошо, 5. 6, ничего себе, 7,
Нічого собі. Да, респект. Так, Сань, все, заканчивай. Давай, руку давай ставай. Привет. Просто видел Санины фотки до вот этого вот, и вижу сейчас, и есть стимул. У нас есть своя людина-мотиватор. Да. Окей, ну что, кличем всех. Воу, движуха! Вы прям вот, я вижу, такие все. Вітаю всіх. Привіт. Сьогодні на вас чекає останнє випробування цього тижня. А для когось з ексів це випробування буде останнім на проєкті. Бажаю успіхів. Спасибо, да. Ой, Боже мой. Соня, я зараз вмру. Перед кожним з вас зараз накриті таблички із вашими мріями та бажаннями. В кожного своя. Вас прив'язують між собою. І за командою поїхали. Ви будете тягнутися до своєї мрії. Мотузка розрахована таким чином, що дотягнеться лише один. Який подарунок у вашого екса ви не будете бачити і не зможете спитати? Ви можете розмовляти, натякати і вмовляти. Зараз ти побачиш, за що ти будеш боротися. Давай. Ай, блин! Думаю, капец, ребята, как? У меня как раз оно вот-вот закончится, буквально осталось там, ну, последних пару дней. И все. Ну блин, конечно, мне это надо, конечно же, я хочу. Саня! Что ты тянешь? Алло! Да, подожди, что? По команде! Верни назад! Да смотри! Стоять! Стой! Ага! Хорошо! Саша, я сейчас выйду! Ну реально, я хотел. Я каждый год это пытался делать, и у меня это не получалось. Ты готова дизнатися еще, да? И тут я их охренела просто. Прям моя мечта. 3 года, которые мы встречались, я не знала и не видела его родителей. И это очень било под самооценки. 3, 2, 1! Почали! Я просто копытами зачесала так об землю. Давай! Так, давай, есть за что боротись! Подожди, Сашенька, скажи, тебе это нужно? Сашенька, ну чуть-чуть послабь, живот, больно! Что, послабь чуть-чуть, да? Да, нет, я на такие движухи не ведусь! Как? 10-бальная система. Если она тебе реально нужна, говори высокую оценку. И будем решать. Рустем, просто 54, я тебе клянусь. Сколько? 100 500 300 000! 100? Да. Мне очень-очень важно, зайчик. Это тебе тоже важно, отвечай. Точно важно? Саня! Я понял, раз она туда мчится, так, значит, ей это нужно. Иди забирай. Я тебя люблю, Нико. И у меня аж вот просто глаза на мокром месте, думаю, блин, малыха, ну вот для тебя. Я надеюсь, это не напрасно. Не знаю, как это сказать, но просто для меня это очень важно. Ну, просто мы 3 года были вместе, а я никого не знаю. А он знает всех. Він зараз поступився чи протупив, як ти вважаєш? Ні, поступився. І я прям почувствовала, як він немножечко отошел назад, і я така, почти поняла, спокійно подошла. Все діло для того, щоб в першу чергу вона була щаслива, а потім вже я буду думати за себе. Я сподіваюся, що для нього це настільки ж важливо, як і для тебе. Я теж на це надіюся. Саша, спасибо тебе большое. Я же говорю, я только рад. Я только рад за то, что у тебя что-то есть. Знаешь, что подожди, есть. Давай. Ну, ты просто двинула так, что я думал, там, не знаю, как-то Мазерати. Что ты там забрала? У нас теперь есть уикенд на двоих. Да, уикенд на двоих? Класс. Блин, просто честно, я хотела вот услышать, когда я сказала, что это важно для нас двоих,
я прям почувствовала, как ты просто начал отходить назад, то есть дал мне возможность. Я не услышал, что ты сказал для нас двоих. Да? Я не услышал. Вот для меня было вот это важно. Я услышал только, я спросил, для тебя это важно? Ты сказал да. Что у тебя было? Прыжок с парашютом. А у тебя? Знакомство с родителями. С какими родителями? С моими. Так. Да, я знал, что это для нее важно. Я это все прекрасно понимал. Но я не знал, что до такой прям степени, что она это говорит, что это как реально желание. Почему ты меня раньше не мог познакомить с родителями? Ну, блин, ты сама прекрасно понимаешь, какие у нас были отношения. Что мы каждый день ссорились. Для того, чтобы знакомиться с родителями, я должен знать 100% то, что я буду с тобой в будущем, понимаешь? А в данную секунду ты что, еще не решил? Ну, мы не до конца еще, блин, разобрались в себе, но в смысле? Это сейчас звучит как отмазка. Да не отмазка это, я же тебе это прямым текстом говорил, что разберемся до конца, тогда без проблем, окей. Если бы ты раньше меня познакомил с родителями, то половина бы наших проблем ушла. Потому что я была готова и в огонь, и в воду, а ты нет. Это серьезный шаг, и к этому надо прийти. Мое душевное состояние будет от этого спокойнее, и я буду понимать, что значит я для этого человека что-то стою, а не просто девочка, которую можно пользоваться 3 года. О, Господи, что это такое? Почему-то страшно. Завдання просте – перетягнути свого екса і отримати свою мрію. Говорити про те, яка в тебе мрія, забороняється. Зараз ти побачиш те, за що ти борешся. Це круто. Я обрадувався. У мене взагалі до речі потрібно. Ну що? Пригодятся, что там. Это очень классно, я очень хотела научиться петь. Почали! Алина, Алина, не спеши! Саша, а что у тебя там? Ну, как бы то, что мне необходимо, это заметно невооруженным глазом. Дима! Что, будешь тянуть? Ты хочешь? Ну, я не хочу с тобой бороться и перетягивать. Я хочу, допустим, то, что здесь есть. Но не хочу такой ценой. Я забрала, Дим! Молодец! То, что я не хочу с Маргаритой соревноваться ни за какие, там, даже за мечту там свою самую, там, эту самую там, заклятую. Сашечка! Я не против взять, но если тебе там что-то важнее, я готов уступить. Саш, бери! Все, спасибо, я беру, малышка. Давай. Мне было важно сделать приятно ему. Часто поступаешься? 60%. Я привыкла там уступать ему в чем-то. Будем вместе этим заниматься. Для неї знадобляться гиря. Конечно. Приседания плие, выпады. Алина. Да, конечно. И она делает тягу к подбородку шестнашкой. Мне приятно, что она мне уступила. Не как некоторые девушки там, да? Ты же мужчина, обойдешься, короче. Такое мнение у наших девушек сейчас обычно. Я рад, что у Лены нет таких мыслей. А? Что у тебя было? Урок вокала. Урок вокала? Да. Мне кажется, тебе вообще не нужен. Как считаешь? Не, ну я просто говорила, что это типа моя мечта, ну как бы типа научиться петь. А, ну да. Ну просто это ж не один урок нужно посвящать. Ну да, смысл не одного. Тем более у нас есть. Это ж не абонемент. Алинка боится ему что-то сказать, вот так прямо в глаза. А у меня было что? Гири. Гири? Будешь приседать, выпады делать. Класс, наконец-то. Я считаю, что для меня, ну, спорт важнее. Все, значит, сработали четко, даже на расстоянии. Я считаю, что мы идеально закончили это испытание. Блин, ну вы нормальные, ну ё-моё. Просто у нее завтра еще и день рождения. Блин, вы тупо бьете по больному, отвечаю. У мене, знаєте, як ото з головою в воду. Фух, що ж ви так усе ж нахлинули? Ну, його в баню.
того, що всі знають, наскільки я прив'язана до батьків. Мені сложно від домашнього гнізда уйти, дуже сложно. До сих пір у свої 26 років живу з батьками. Та за це немає нічого ціннішого, чесно. Це я ні на що б не проміняла. 3, 2, 1, почали! Стой, стой, Аліна, Алін! Да! Тебе це важливо? Я стою, я не можу нічого сказати, я розумію, що мені це важливо. Да, я дуже хочу її побачити, дуже скучила за мамою. Мені важливо, але хай буде твоє бажання, я согласна. Ти віддаєш мені моє? Я тобі віддаю твоє, да. Мама, пробачте. Ну, я не знаю, як я змогла, але просто думаю, якщо зараз я скажу «да» собі, то я не дам шанса йому, і якби знову я вертаюсь до батьків, ну, типа, тим, що треба вже якось відвикати, хоч якийсь шаг робити вперед, то есть без батьків. Я хочу зробити йому також приємно. Аліна, тобі подобається. Ти гадаєш, що в Сашка щось важливіше, ніж… Не завжди ж мені, хоч я і дівчинка. Ти обрала замість мами Сашину мрію, про яку ти навіть не здогадуєшся. Так. Да. Я думаю, це вже крок. Я надіюсь, що це правильний вибір. Що? Ну, як тобі там таке желання, там таке желання. Я наконець-то. Ну, на подожди, сказати, стоп, що? Стоп. Сказати? Візит мами моєї. Для мене це багато чого стоїло, але я вирішила, що пора вже починати хоча б якісь шаги робити для того, щоб якось відходити вже від сім'ї по чуть-чуть, починати свою життя. Рішила тобі уступити і думала, для тебе я просто хотіла, щоб твоє желання теж сповнилось. Ну, це желання касається не тільки мене, це желання касається нас обоїх. Ну... Це романтичний ужин. Завтра день рождения, це буде прекрасно місце. Нічого собі, я рада. Так що, видиш, як хорошо. Карти зайшли, да? Нічого вже. Хоч раз в житті повезло, чесно. Що ти мені вступила, от це от порадувало мене. Ні, ну, коли мені відкрили желання, я так стою, у мене аж дихання перебило, у мене аж сльози навернулися. Я вспомнила, я так, ну, коротше, що я скучила дуже-дуже сильно, дуже хотіла побачити би. А потім думаю, ладно, я уступлю, я наберу сили, щось я уступлю плачеш, тобі теж. Ні, ні, ні. Хорошо. Ну, блин. То, що вона уступила мені, для мене це було, ну, дуже великим поступком з її сторони. Так, ну що, після цього випробування бачу зміни. І для мене це найпоказовіше випробування останнього часу. Це факт. На 6-му тижні ми реально побачили зміни в кожній з пар. Мені дуже приємно спостерігати за тим, як кожен з вас почав поступатися один одному. Випробування було не на силу. Да. Це ми вже проходили. Ви розумієте, що ми тут для того, щоб зрозуміти, наскільки ви рухаєтеся один до одного. Першою проблемою на проєкті, яку озвучили Женя і Саша, те, що Женя завжди була на другому плані. Саша мені уступив і... Это было так, знаете, он делает шаг назад, и у меня прям крылья раскрываются. Но это было круто. Потому что очень многое до проекта еще... Я вел себя очень эгоистично. И мало уделял Женьке не только времени, а вот те мелкие желания, которые она хотела, просила. Я просто этого не делал. И вот задал один вопрос. Для тебя это важно? Она сказала «да», и все. Все нормально, капает просто дождь глаза. Я просто, ну, понимаю то внутреннее счастье, когда счастлива она, вот и все. Просто респект. Это глупо смотрится. Катя, Рустем. Знакомство с родителями я тебе обещаю. Я тебе и так это сделаю. Я тебе реально говорю, что мы... выйдем с проекта без желания, без ничего. Я это сам сделаю. Можно так сделать? Это было не твое желание, это было желание Кати. Да ну все, фу, я боюсь, какие родители. Катя, это было твое желание. Это когда, да, ты боишься своих желаний. Ты зараз плачешь. Все. Я так долго этого ждала, что сейчас у меня тупо страх этого.
Ты что плачешь? Ты? Да ну не гоните, господа, я сам прослезился, ё-моё. Я тоже хочу до мамы, ребята. А я тоже хочу шоколадку. Я давно не бачу стільки сліз на цьому проєкті. Ну серйозно, я гадав, що ти на це не підеш. Я чесно в шоці. Ну реально я зрозумів, що це треба зробити. Він бачить змінення і він хоче, щоб ці змінення були більше і більше. Знаєш, від чого відмовилась Аліна, коли поступилася тобі? Ну, від зустрічі з мамою, так. Да. Господи, що вона? Маму не побачить після проєкту? Що за такий подвиг? От щойно був правильний крок. Я навіть не очікував, чесно. Поки за твоє життя відповідає мама, сім'ю створити дуже важко. Я вважаю, що це спектакль. Якщо б там стояло щось весоме, то забила б вона то, що там хоче ЖП, і побіжала так, що бідолага би і стіну пробила. Блін, весь час зараз я прямо стою і злюсь, я ж закипаю, дивлячись на Сашу і Аліну. Ми зараз тішимося за двох ваших партнерів тут, а ви просто, типа, та-та-та-та. Що происходит, вам кажется? Сань, там хочешь? Там, ви просто сейчас не хотите выгнать подожди, отсюда, подожди, не Сань, понимаю, или подожди, что? Подожди, ты хочешь поговорить? Давай поговорим. Что сейчас тебе не понравилось? Мені не подобається, що реально, знаєш, як типу, як зараз в класі, я вчитель, розказую якусь тему, і тут на гальорочці ви сидите і типу хіхікаєте, послушай... знаєш, типу, я сміюсь себе в кулак. Я смотрел на Саню, а не на Аліну. Ніфіга себе. Мене роблять дураком. От що відбувається. Господи. У мене безвиграшна ситуація. Сподіваюсь, що ти мене почув. Я тебе услышав. Давайте поставимо крапку. Які висновки зробили після випробування або під час? Во время испытания лично я какие сделал выводы, что у нас, в принципе, и в жизни никогда не было какой-то жадности друг к другу. Мы жили там скромненько, да, но я знал и видел, как Алина там покушать насыпает, еще что-то. Я видел, что она мне отдает всегда все самое лучшее, самое вкусное. И в этом испытании я в очередной раз убедился в этом, что да. Такой проблемы у нас нет, и как бы... И к счастью. Если на чашу весов поставить урок вокала и гири, то гири для нас, ну, двоих пригодятся. Просто если бы это был абонемент на месячные там занятия. Ты запыталась меня взагалі? Про що йшлася мова? Даже я не хотела, я просто хотела уступить Саше. Аліна, це дивно чути, але я звинувачую тебе в тому, що ти завжди плюєш на саму себе. Я даю Аліні то, чого вона хоче. Ви просто-напросто не бачите своєї проблеми. Ну, для того, щоб вирішати якісь свої питання, їх потрібно бачити, як сказала в цьому Вера, да? Вони не бачать таких питань. Мені приємно, що вона мені вступила. І якщо це не подобається нашим ведучим, то виходить, що це їх проблеми. Випробування завершилось, а розмова між хлопцями – ні. Здорово. Рустам, я тебе удочку принес. Ну, да. Просто вижу, Дима с удочкой, а ти сидиш як попрошайка. Ну, а я, як завжди, з тарелкою, я, як завжди, жру. ЛЖП, последний раз я вижу тебя сегодня с тарелкой. Да, потом только тренировки. Короче, господа, по поводу испытания, что-то мы у этого самбиста. С педаном не получилось. Я педана, наверное, первый раз таким видел вообще. Он разозлился конкретно. Вы видели, у него аж вены на шее. Да, где-то в натуре педан заметил то, что они, когда с нами с парой разговаривают, да, и там с другой стороны... Саня в некоторых вещах там говорил о том, о чем не надо было ему говорить. Видите, вопрос по поводу уважения к другим участникам. Каждый должен отвечать за себя и за свою вторую половинку. Говорю, Сань, что ты постоянно влазишь? Ну, во все, вот там, кто-то между собой общается, или там вас спрашивают Алины, ты начинаешь говорить. Он такой, ну, потому что она не может ответить, она будет стоять и молчать. Я не просто не могу понять, почему постоянно у нее так происходит, что она, типа, стесняется, боится что-то сказать. Хрен его знает. Почему-то моя Алина никогда не боится сказать. А еще твоя Алина, это просто нит. Нит, вместе, все остальное. Сашко, закрый рот. Чего ты так зі мною говоришь? Ну, самое главное, что она просто не промолчит, она свое мнение скажет. Да. Опа-на! Опа! Ух ты какая!
Да иди отсюда, дура. Ладно, пусть живет. Мрія Каті от-от стане реальністю. Страшно було знайомитися з рідною мамою. Як маму називати? Ну, на самом деле, в принципі, як хочеш. Можеш назвати мені Раскіт. А якщо я скажу «Привіт, мам!» Ну, це перше знайомство. Венера Іскендеровна. Да? Я не хочу нічого робити. Ти ж сама хотіла познайомитися. В смысле? Ну, ти должен був це зробити раніше. Ну, сейчас мы исправим положение. Блин, это ж разговор с моей мамой, а не в суде какой-то. Ну, что ты переживаешь? И вправду, что я переживаю? Катя так сильно переживала из-за этого. Мне было не по себе. Да все будет хорошо. Да ну что, у тебя да поддержки никакой нет. Да ну что ты, блин, плакать я начинаешь? Я не хочу, Кать? Честно. Да ну что за бред? Ну блин, я просто хотела этого уже давным-давно, и знаешь, когда этот момент уже настает, ты уже просто такой, пока. Ну блин, ты же сама этого хотела. Все, я хочу в туалет. Это была неожиданно для меня первоначальная ее реакция, то что я вообще не буду разговаривать, все, я ухожу. Ну хочу ничего уже. Ну иди сюда, Кать. Ничего, ничего, это было твое желание, мы сейчас его исполним. Ты раз переживала. Потому что я от тебя поддержки, как от булыжника, отвечаю. Идем, немного что поговорить. Что я скажу? Здрасте, я Катя. Я выучила ваше отчество. Говорить. Спасибо. Все. Я не могу объяснить этот реакт, но просто страшно стало. И типа расплакалась. Рустем! Ну я сам не знаю, что тебе говорить. Если бы я знала, я бы тебе сказал бы. Может, если Катя была бы поспокойнее, то было бы намного проще все. Алло. Да, мам, привет. А, привет. А ты на улице? Ну, ты можешь сейчас говорить? У тебя есть сеть? Что? Сеть работает? Я на работе, да. Тебя очень плохо слышно, сыночка. Очень. Я говорю, включи веб-камеру. Да, привет. Мам! Мама! Да, да, вижу, мам! Мама! Мам, ты увидела Катю? Здравствуйте. Катенька, здравствуйте. Здравствуйте. Понятно, она засмущалась, но все равно она засмущалась, это было мило. Мама просто смущается, ну, стесняется. Я не слышу тебя. Говорю, она стесняется просто очень. Что-что? Стесняется очень, говорю. Соскучился очень? Я тоже по вам очень сильно соскучилась. Когда ты уже домой? Где-то в июле. Мы приедем. В июле? Мы приедем. В июле приедете? Да. Ну, я поняла, что вы приедете. Хорошо. Тогда мы вас ждем. Мне было приятно, когда она сказала, типа, я вас жду, поэтому... Катя рядом, ты ее видела? Ты видела Катю рядом? Кого? Катю рядом видела? Да. Мама, она плачет. Ты что ты несешь, ну блин? Она просто стесняется, она стесняется очень. С чем ты это говоришь? Ну, понятное дело, что я волновалась. Но я не думаю, что это нормально говорить. Катя просто нервничает, она не может разговаривать. Вот слушай. Ну, Катю я видела на фотографиях. Мы так тихонечко с Саной залезли на твою страничку. В смысле? Поэтому я говорю, что я с ней заочно знакома. Что-что? В смысле? Случайно залезли. Да, это приятно, ну типа то, что ей не все равно, и то, что даже просто ради интереса она там залезла и посмотрела. Уже у меня там какие-то фотки на гарне были. Надо посмотреть. Ну, хоть голос твой услышала, и то приятно. И я ваш. Да, было ей тяжело, на самом деле. У меня то же самое было, когда я знакомился с ее родителями. Сыночка, ну, честно, не могу. Вот прям стою, нервничаю. Я побежала. Все, Катян, целую вас с собой. Давайте, до встречи. Пока, до свидания. Пока. До свидания, Катюш. Вот и все, а ты боялась, все, ты че? Ну просто как будто камень с души спал.
Для меня это было прям что-то вообще, ну, невозможное, то, что это мы даже так познакомимся. Не так все плохо, как ты хотела, как ты думала. Как ты хотела. Как ну что, ну может, ну в смысле, может, она так просто сказала, вот, что типа, а что ты как, во всех словах ищешь подвох какой-то непонятный? Ну я вообще себя по-другому представляла или не по-другому, я не понимаю. В чем проблема? Ну все, не надо со мной разговаривать, пожалуйста. Ты переживаешь что-то? Ничего не переживаю, ничего, понятно? Это сейчас все, некрасиво с твоей стороны, понимаешь? Что некрасиво? Ну, как бы, диалог был нормальный. Не... Я же это плохое про свою маму да, сказала? Да, при чем здесь нет. Плохое? Я просто попросила меня не трогать. Это так тяжело сделать. Если я этого момента ждала 3 года... Так вот, он состоялся. Ну и что мне пойти, блин, не знаю. Но у меня такая реакция. Ну, главное, ну, явно не плакать сейчас. Хочу и плачу. Просто. Я же тебе еще раз говорю, все ж нормально произошло, все хорошо, блин. Ты сейчас начинаешь опять какой-то... Я тебе сказала, что все хорошо, я просто нервничаю, все. Все, не надо нервничать, все закончилось, Кать, все. Мы поговорили, Нино, зачем сейчас опять дальше ты продолжаешь? Потому что я хочу так. Я хочу нервничать сейчас, поэтому я сейчас нервничаю. Все, можно просто молча взять, обнять и сидеть, и молчать. Все, я ничего тебе больше... А не подливать масло в огонь. Я не буду тебе что-то подливают. Когда мы с Евпаторией будем, то встретимся с Евпаторией, то это уже будет попроще и ей, и мне. Ну, потому что по связь вот эта голимая, блин, ну, это она только накаляет все. Ладно. Випробування 6-го тижня завершились. Олександр Педан та Віра Романова вже готові підбивати підсумки. І за їх результатами 3 пари ексів опиняться у зоні ризику. Мої вітання, хлопці та дівчата. Привіт усім. Минув ще 1 тиждень перевірки ваших стосунків. Ви побачили, що без розуміння потреби вашого партнера стосунки неможливі. Ну а тепер давайте підіб'ємо підсумки цього тижня. Ти себе погано почуваєш? А, їй плохо. Що сталося? Не знаю, горить голова, кружиться. Ну тоді сиди просто. Перша пара. Женя та Саша. Все. В мене земля із-під ног ушла. Розпочнемо з кінця. На 3-му випробуванні, Саша, ти нарешті поступився Жені. Да, так і було. Малышка, скажи, тебе это нужно? Когда я вот уступаю Женьке, ощущения просто безумные. Я просто вижу ее радость, и все, и мне приятно. Это очень приятно, это гордость, ты такое ощущаешь, думаешь, нифига себе, почему я так раньше не делал? Меня порадовало то, что он подумал обо мне. Боже, наконец-то. Наконец-то мы к этому пришли, слава Богу. Женя, на 2-му випробовуванні ти майже розчулила Сашу до сліз. Ти склала у валізу резинку для спорту, годинник та інгалятор. Ти знаєш усе найцінніше для Саші. Ну, це дійсно приємно, те, що Женька замічає мелкі моменти, які, мабуть, я не замічаю в ній. Ти розумієш, що стосунки будуються на таких дрібничках? Так, звісно. Я вважаю, що у вас був вдалий тиждень. Ви залишаєтеся у проєкті. Таким, як я був перед проєктом «Егоїстом», я вот просто хочу від цього відбавитися, я хочу дарити, приносити їй щось, вот, щоб вона просто восхищалась тим, що я для неї роблю. Наступні – Рустем та Катя. Це таке, що взагалі не можна описати, вам дуже страшно, чесно. Рустем, я вважаю, що ти на цьому тижні зробив мало не найбільший крок на зустріч вашим стосункам. Ти знаєш, про що я говорю? Про 3-те випробування. Це було дуже важливо для Каті. Я цього так довго чекала, і якби от це все случилось, я рада, що хоч це знайомство з його мамою пройшло так, але краще так, ніж ніяк. Я ні одну дівчину не знайомився зі своїми батьками. Для мене це серйозний шаг. Кать, він цей крок зробив. Я розумію це. Увереннее, что ли, себя чувствовать начала. Значит,
На самом деле Рустем хочет со мной какого-то будущего. Катя, ти абсолютно несерйозно поставилася до другого випробовування. Поки ти спаковувала валізи, ти навіть не замислювалася над тим, що дійсно потрібно Рустему. Да, в тот момент я думала больше о себе и о том, как для него выглядеть красиво, все это, всякое такое, но не подумала о том, что он бы хотел. Стосунки – це турбота не тільки до себе. Навпаки, турбота до своєї половинки. На цьому тижні ви потрапляєте до зони ризику. Для мене головне, щоб не ушли ми. Нам ще потрібно бути тут, щоб до кінця розібратися. Наступна пара. Саша і Алін. За ці 6 тижнів, за наших цих ссор, моє стан тільки ухудшається. Саша, на першому випробуванні ти краще за інших хлопців впорався із сміттям. Аліна, на другому випробуванні ти, подібно до Каті, зібрала вас на літній курорт. Та, на жаль, забула про дуже важливі для Саші штани. Я в Аліні бачу маленьку безобідну дівчинку. Як тільки я її залишаю, вона залишається без мене, щось відбувається. Не буду говорити багато. Ситуація дуже подібна. І ви теж потрапляєте до зони ризику. Наступна пара. Діма і Марго, прошу. Я кожен раз це так переживаю дуже сильно, що капець. Марго, на першому випробуванні ти відмовилася від піджака, аби полегшити життя своєму ексу. Я вважаю, що я зробила правильно. А піджак? Ти піджаком, господи. На третьому випробуванні ви не могли домовитися, хто кому має поступитися. Добре, що ви зрештою домовилися, що Діма таки піде до барбершопу. Да. Да. Власне, на цьому тижні ви залишаєтеся в Україні. Я вас вітаю. Спасибо. Все, я видихнув. Клас, ми з Маргарітою обрадувались. Наші результати видно. Я стараюсь на іспитаннях. Маргарита старається на іспитаннях. І все це ми робимо для нас. Саша і Аліна. У нас на цій неділі є прогрес. Мені був важливий поступок Аліни. На іспитання вона уступила. Чесно кажучи, Аліна, ти мене вразила на третьому випробуванні. Ти відмовилася від зустрічі з мамою. Да. Саша, ти це оцінив? Да, ну для мене цей поступок був дуже важливий. То, що вона зробила шаг назад і зробила шаг этот для мене, це було дуже приємно. Для мене це дуже важливий, ну, великий поступок з її сторони. Аліна, на першому випробуванні ти взяла втричі більше речей, ніж решта дівчат. Я взяла три речі, від однієї я відмовилася. Ти відмовилася, чи ти не зміг її відробити? Мені було тяжело. Ну, якщо б навіть їй дали право відмовитися, я б не відмовився. Чому? Тому що я не робив їй подарунків за це все час. І як би мені тяжело не було, хотілося просто зробити їй приємно. І не важливо, там, я відпрацював дві речі чи три, найголовніше, що я робив це для неї. Зрештою, Саша, ти таки зміг подарувати дві речі Аліні. І я знаю, що на цьому сюрпризи не завершуються. Ціні і радуйся. Що за радуйся. Коли виходить, він із шариками, з цвітами, коротше. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alina. Happy birthday to you. Спасибо. Ви любили. Спасибо, сонечко. Спасибо, будеш шарики, прям настоящі, як я хотіла. Я колись йому казала, що так хочу воздушні шари, щоб ті, що летять самі, і ромашки мої любимі цвіти. Було дуже приємно. Алін. Да.
Вітаємо з днем народження. Дякую, дякую. Я чесно не хочу псувати це свято, але в мене для тебе є поганий сюрприз. Блін. Ви відправляєтесь до зони ризику. Ну, зато з праздничним настроєнням. Я радий, що Аліна шукає позитив навіть в такій ситуації. Сашко під боком обняв, тут ромашки, тут шарики. Мені було так класно. Звісно, я переживала всередині. Все, звісно, може бути. Я прошу запалити вогонь. Усі пари, окрім трьох, що у зоні ризику, мають по одному смолоскипу. Та пара, за яку віддадуть найбільшу кількість факелів, буде врятована і залишиться у проєкті надалі. Саша і Женя, прошу. Ярко, все окей. Так сложно, как сегодня, наверное, не было никогда. Пожалуйста, только без обид. Саня, Алинка, я знаю, что все у вас будет хорошо, потому что реально вы стараетесь, вы меняетесь, и это видно. Саня и Алинка. Она у тебя, блин, охрененная просто. Катя и Рустам. Думаю, этот факел за вас. Спасибо. Ребят, не в обиду. Діма, Марго, віддайте, будь ласка, ваш голос. Очень тяжело вообще на самом деле, очень. Но я немного говорить не хочу, если честно, потому что я очень сильно нервничаю, поэтому я этот голос отдам за Катю и Рустема. Спасибо. Рустем, Катя, ви залишаєтеся у проєкті. У зоні ризику залишилося дві пари ексів. Зараз стане відомо, хто саме залишається у проєкті. Саша, Аліна, протягом всього проєкту ви проходили всі випробування швидко та чітко. Але стосунки – це не змагання. Тут потрібна кропітка, чуттєва, душевна робота. Аліна, ти почала поступатися прямо сьогодні. Це заслуговує поваги. Але ще більшої поваги ти досягнеш, коли припиниш докоряти Саші. Кожне дорікання вбиває бажання робити приємності для дівчини. Отже, на цьому тижні проєкт покидає. Аліна та Саша. Ушли Аліна і самбіст, все. Тяжело. Я искренне хочу, чтобы они разобрались. Либо лучше. Все нормально, поверь. Я все понимаю. Все окей. Солнышко. Ой, малыши, как я без вас буду? Вообще не понимаю. Не забывайте, ладно? Ты что? Я перееду скоро. Все, Занечек, пока. Хорошо. Все нормально. Все, малышка. Все, счастливо. Пока. Всего доброго. Все, не рёва. Рёва-корёва, мол. Ну что ты рёваш? Саша, Алина, повертайтеся до всіх. Спасибо. Спасибо. Побачимося наступного тижня. Саме більше я боялась, що цей проєкт може нас роз'єднати. І...
Ну, получилось, что ну, к этому просто идет.